Представляя вашему вниманию все различные точки зрения на эту проблему, я все же хотел бы, как вы, возможно, ожидаете, высказать вам конфиденциально свое отношение. Возможно, если мне будет позволено так выразиться, на что я надеюсь. Итак, я бы хотел сказать, что об этом должны информировать в конце дня, в то время, когда принято подводить итог всему. Я по возможности постараюсь избегать дежурных фраз, поскольку это вследствие частого употребления этих речевых штампов может быть оценено совершенно неправильно. В конечном итоге, после тщательного обдумывания, все мы приходим к выводу о том, что это заслуживает поощрения, но с другой стороны, это поощрение довольно четко обозначается в графе общих убытков. О чем это он говорит? Но, господин министр, я полагаю, что сэр Хамфри хотел бы отнять у вас несколько минут и стараясь избегать дежурных фраз. Ладно, ладно. Продолжайте, Хамфри. В конечном итоге, министр, постойте, я, кажется, понял. Да, господин министр, вы хотите сказать счастливого Рождества? Да, господин министр.